И чем больше мы съедим вот эту мелочевку, тем мы будем больше. Так, отправляемся дальше. Так, вот здесь. Ладно, ту мелочевку не будем уже кушать. Вот здесь. Ох, нифига, какое поле. Ребята, вот поле вот это нужно есть. Обязательно. Если ты находишь вот это поле... Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Holy, то есть дырочка. И посмотрим, где мы находимся. О, быстрее, быстрее, кушаем, идем. Так, нам нужно сразу найти площадь. Вот какая-то площадь. Ох, нифига они какие все быстрые, резкие, алло. Давай отправимся дальше куда-нибудь, посмотрим, что у нас здесь есть вкусного, интересного. О, так, а ну-ка, налево, быстренько, налево. Кушаем вот эти коробочки. Вот эту всю мелочевочку съедаем. Так, солдатиков. Так, все, солдатиков мы скушали, и сейчас будем дальше кушать что-нибудь. Вот эту вот мелочевочку. В этой игре нужно двигаться как можно быстрее. Не стоять на месте, а постоянно двигаться и постоянно все кушать, подбирать. Сначала ты маленький, и ты не можешь скушать что-то большое. Поэтому ты должен двигаться, и здесь на карте постоянно какие-то, ну, мелочевочка есть. То есть цветы, горшки какие-нибудь. И ты это все ешь. И поэтому ты быстро можешь набрать массу. На месте стоять нельзя. Нужно постоянно куда-то ходить, что-то есть, что-то искать. Вот, например, вот эти палатки, они тоже как бы не сильно и большие. Как бы их можно тоже скушать. Отправляемся дальше, смотрим, что здесь. А вот смотри, правильно, вот эта акула правильно поступает, что она здесь ходит, кушает вот эти вот все мелкие штуки. Так, все, мы акулу съели. Угу. И кушаем дальше вот эти вот домики. И отправляемся дальше. Смотрите, ребята, это какой-то поселочек, городок портовый. Мы это его тоже все быстренько кушаем. Отправляемся дальше. Так, мы сейчас эту башню тоже съедим. Вот, все, мы съели. И идем на вот этот большой, как тебе сказать, дворец такой, да, как бы тоже поселение какое-то. Тоже мы это все съедаем быстренько. Видишь, какой-то чувак тоже ходит. Тоже две звезды у него было. Отлично, первое место, и отправляемся дальше. Давайте выберем другой скин. Давай выберем мышку. Хорошо, играем за мышку. Опа! Так, я видел, смотри, в начале игры показывают. Вот интересно. Вот смотри, видишь, мы двигаемся, мы подъедаем все. Все, теперь мы можем кушать такие вот всякие мелочевочки. Ой, деревья вот эти нужно кушать тоже. И посмотрим. Идем на площадь. Смотри, здесь стоят солдатики. Вот. И чем больше мы съедим вот эту мелочевку, тем мы будем больше. Так, отправляемся дальше. Так, вот здесь. Ладно, ту мелочевку не будем уже кушать. Вот здесь. Ох, нифига, какое поле. Ребята, вот поле вот это нужно есть. Обязательно. Если ты находишь вот это поле, ты вообще очень быстро вырастешь. Смотрите, какая у нас большая мышка стала. И мы сейчас кушаем. Кушаем всех подряд. А, смотри, тоже мелочевка есть. Все, мы делаем как? Мы идем сюда, чтобы никто сюда к нам не шел. Они все забоятся сюда идти к нам. И мы можем это все подъесть быстренько. И стать очень-очень большой мышью. Вот, все это мы сейчас едим. И отправимся дальше. Так, вот у нас, смотри. У кого-то даже три звезды есть. Нифига, почему у меня только две звезды? Так, быстренько сейчас съедим его. Оп, съели. Так, спиннер. Я хочу съесть спиннера. А, ну хоть и раз в жизни-то я съем спиннер. Ой, давай. Ах, ладно, спиннер не кушается. Ладно, пусть живет. Идем дальше. Акула. А вот акулу мы тоже можем съесть. Сейчас попробуем скушать. Не знаю, получится или нет. Ага, нет. Нет, съели. Съели акулу. Замечательно. Идем дальше. Угу. Давай акуле оставим этот домик. Нет, она домик этот не стала есть. Странно. Отправляемся дальше. А все, выиграли. Нифига себе, 4000 я заработал. Так, может мне дадут какую-нибудь звездочку, нет? Вот я хочу какой-нибудь скин еще открыть. Вот есть котик. А давайте выберем котика и играем дальше. Так, мы в городе. В городе играем. Так, ох ты! Смотри, какой-то гад, смотри, все съел. Ладно, тут они все съели, мы отправляемся дальше. А, тут ничего интересного нету, идем куда-нибудь сюда в центр. В центр. Ох, нифига себе, вот это все едим. Так, быстренько, съедаем. Ох ты, нифига, акула, смотри, за нами гонится акула. Ага, акула. Так, К9, я тебя запомнил, я сейчас вырасту и тебя съем.
Хорошо, акулочка. Я тебя обязательно съем. Ух ты, нифига она какая огромная. Так, давайте, давайте быстренько. Так, домики я могу есть, да? Домики, я уже съедаю домики. И надо будет нам вот эту акулочку скушать. Акула, акула, я помню, когда ты хотела на меня напасть. И я тебя сейчас буду ловить. Так, идем дальше. Здесь неинтересно, здесь домиков нету. А вот домики, домики пошли. Так, кушаем вот эти домики, кушаем машинки. Вот эту всю мелочевочку съедаем, хорошо. И быстренько, быстренько вот эти все здания мы сейчас съедим с машинками вместе. Вот. Всю мелочевку. Где? Кто нас там хотел скушать? Акула? Не это ли акула меня хотела съесть? А ну-ка, иди как сюда-ка. Сейчас мы тебя накажем. Ты меня хотела съесть, а я съем тебя. Вот. Потихонечку, потихонечку идем и, может быть, съедим. Нет, акула прям вообще какая-то странная. Мы ее нужно в уголочек сейчас зажать. Вот, сейчас зажмем в уголочек и съедим. Опля, все. А нечего было на нас нападать. На нас она хотела напасть, вон, видишь, восстановилась. Ну, она мне уже не интересна. Идем дальше кушать. Вот, мы кушаем дома. Вот сейчас вот это большое здание 7. Опа, хорошо. Отлично. 1600 всего лишь набрали. Ну, ладненько. Так, давайте выберем другой скин. Скин какой? А давай тоже выберем акулу. Хорошо. Играем новым скином акула. Так, отправляемся дальше. Съедаем вот эти вот коробочки. Быстренько, 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 быстренько. Что мы тут можем съесть? Так, тут мы не можем ничего кушать. Подожди. Давай, вот, все, кушаем, кушаем. Ай, хорошо, хорошо. Мы сейчас все это съедим, ребята. Все, теперь у меня корона на голове. Я теперь самый главный здесь. Ох, ребята, вот это нужно есть вот здесь. Вот это вот мы съедаем. Идем дальше. Угу. Вот здесь всю эту мелочевочку сейчас быстренько скушаем. Опа. Ах, не получилось есть. Слишком большое здание было. Вот здесь вот эти вот оградочки скушаем. И смотри, видишь, как мы сразу выросли. Какие мы стали большими. Дерево даже это большое мы чуть не съели. А мы сейчас это подъедим дерево. Вот все, дерево мы съели. Идем дальше кушать. Вот, замечательно, вот эти дома, здания тоже сейчас съедим. И будем самыми большими. Угу. О, нифига, смотри, тоже какой-то кит. Кит. Акула съест кита сейчас. Угу. Так, кит, ты что здесь делаешь? Давайте съем быстренько. Все, и дальше будем играть. Ой, нужно больше, больше, больше кушать. Мы сейчас все это съедим и будем самыми большими. Вот, смотри, сколько много домов. Почему их никто не ест? А? А слушай, а ты играешь в такую игру? Расскажи мне, пожалуйста, напиши мне, если играешь. Если играешь, то не хочешь вместе поиграть? Если хочешь, то давай то вместе поиграем вместе. Напиши в комментарии, что ты хочешь со мной поиграть, и поиграем. Так, давай вот этих вот летучих мышей съедим. Так, летучая мышь. Ты куда уходишь? Так, летучая мышь убежала. Ну что ж, мы первые, молодцы. Идем дальше. Выбираем скин новенький. Так, вот давай кружочек зелененький. Хорошо. Где мы будем сейчас? О, тоже интересно. Так, мы сейчас. Ух ты, а где я? Вот я, зелененький. Так, сейчас быстренько это все съедаем. Это я не могу ничего есть почему-то. Так, быстренько, быстренько. О, пошли траву есть. Вот, хорошо. Идем дальше. Ух ты, слева я вижу много всего вкусного, интересного. Сейчас мы это все съедим. Вот эту мелочевочку всю. И станем большими-большими. О, вот здесь смотри, сколько мелочевки, сколько всего вкусного, ребята. Вот это все съедим. Так, чувак, ты что здесь делаешь? Давай, иди. Иди там, покушай в том месте. Все, я здесь сейчас буду кушать. Вот, надо быстрее-быстрее все съедать, стать самыми большими. Так, отправляемся дальше. Что здесь интересного? Вот, здесь смотри, сколько всего вкусного. Нам нужно как можно больше заработать денег. Ой, ну как очков вот этих, да? Ой. Ух ты, а здесь смотри, непаханное поле. Так, Котя, иди отсюда. Хватит тут все есть, ё-моё, Котя, ты мне сейчас все съешь, алло. Смотри, Котя какая большая стала. Видишь, я погнал Котю. И Котя стало все есть. Все, и мы и Котю съели. Да. Вот это сейчас тоже кружочка съем. Вот, хорошо, 60 я получил.
Отправляемся дальше. Смотри, котика тоже большая достаточно-таки. Вон сердечко наше ходит с тремя звездами. Ага, сердечко, ладно, мы не будем трогать. Идем дальше. Вот, надо в этот город идти. А там чувак какой-то был, да? Чувак, не знаю, его что-то здесь нету. Но он здесь тоже много чего подъел, смотри. Да. Ладно, сейчас начнем кушать вот здесь. Ой, быстрее, 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 быстрее. Время заканчивается. Все, кушаем, кушаем, кушаем быстренько. Так, сколько заработали? 3000 очков. Хорошо. Идем дальше. 20 звездочек. А сколько мне нужно набрать звездочек? Подожди, а где у меня этот самый? А, вот, смотри, скоро-скоро немножечко. 311 из 350. Играем дальше. Скоро-скоро-скоро мы сегодня заработаем интересного, хорошего. Так, вот эту мелочевку быстренько съедаем. Вот, отлично, отправляемся дальше. Вот, оградки вот эти все и кушаем. Вот, хорошо, хорошо, хорошо. Быстро-быстро все съедаем и начинаем кушать машинки. Машинки съедаем. Так, все, пошли домики, 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 пошли. Ах, домики не могу еще пока. А нет, все, пошел, пошел, домики пошли кушаться. Хорошо. Сейчас мы быстренько съедим, и нам должны дать 3 звезды. Все, заработаем 3 звезды, и мы будем вообще нормально, будем в шоколаде. С тремя звездами. Вот. Так, ребятушки, это я все сам съем. Спасибо. Что-то эти дома что-то не съелись. Не понял. В чем прикол? Так, вот это большое здание съем. Ах, отлетело, смотри. Отлетело здание. Давай дальше. Надо еще какую-то мелочевочку найти. Мелочевку сейчас все съели, наверное, да? Оп, вот этот здание. Есть, съел. Я теперь большие буду есть здания. Вот, хорошо. Вот это главное еще съесть здание. Опа. Видишь, плюс 1 или плюс 20 дали, что-то мало. А вот эти, если я съем, сколько у меня? Плюс 3, плюс 6, тоже мало. Идем дальше. А где здесь все домики такие небольшие? Почему здесь такие огромные здания? А, нифига себе, вон дома. Алло, так, спиннер, не ешь, не ешь, не ешь, не ешь этого. Не ешь дома. Все дома съел. Ладно, это что-то вообще какой-то забаганный дом. Ух ты, это тоже, смотри, какой-то огромный фокс. Оп, мы его съели, хорошо. И кушаем дальше. Спиннер, смотри, стоит. Сейчас мы его съедим. Есть, съели спиннер. Все, и дома вот эти съели. Хорошо, сколько нам дали? А ну, дай посмотрим. Ух ты, 331 у меня. Почему так мало? Ладно, сейчас запомнил. 331. Хорошо. В следующем ролике будем смотреть дальше. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.